Кардиодесант, как называют группу врачей сами медики, организовавшие проект, высадился в поселке Кингисеппский. Качество жизни на предмет здоровья приехали определить петербургские специалисты. С 11 часов утра в Александрогоргской сельской врачебной амбулатории начался прием. Мы приехали, говорят, вот проверили все, давление это. Вот сейчас ждем, пока, ну, вот рассматривать, как нормально все, нормально. Ну, у меня был этот инфаркт, микроинфаркт раньше. Хочу проверить, зарусовалось. Александр Михайлович приехал в поселок из деревни Заханье в компании соседки. Недавно он перенес микроинфаркт. Сейчас сердце не беспокоит. Но от такой хорошей возможности провериться без записи и направлений пенсионер не отказался. Уже осмотрено несколько поселений, начиная... Это и Ивангород, и Усть-Луга, и Вистина, и Большое Куземкино. В этом году планируется осмотр 4 поселений. Это вот поселок Кингисеппский, Большелузское сельское поселение сегодня. Они там находятся. Дальше Пустомержа, Аполья и Котельский. В разной последовательности. Все это проводится кардиологами областного кардиологического диспансера под руководством главного кардиолога нашей области Татьяны Венедиктовны Тюриной. Руководитель проекта, главный кардиолог Татьяна Тюрина, постоянно организует выезды кардиологов и врачей общей практики в муниципальные образования Ленинградской области, на которых проводится осмотр пациентов и исследования уровня сахара, давления, веса и многие другие. Таким образом, у проекта есть возможность следить за показателями уровня здоровья населения в регионе. Есть у нас, например, в нашем районе, да, мы, это, к сожалению, не скрываем, у нас есть проблема с... кардиологами в поликлинике. У нас работает доктор всего лишь совместителем на полставки, не больше, и смотрит больных в основном после там, перенесенных инфарктов. Да? Кардиологу попасть тяжело. Тяжело попасть не только городским жителям, но и жителям сельских поселений. Это, наверное, самая такая уязвимая часть нашего населения, которым тяжелее всего попасть к врачу, чего скрывать. Поэтому специально разработана программа для, в первую очередь, для жителей сельских поселений. Во время работы проекта прием одновременно ведут 3 специалиста. За один такой выезд диагностику здоровья проходят до 100 человек. Каждый получает рекомендации по лечению заболеваний, а при необходимости направление в областной кардиоцентр.